纯白的忧伤，蔷薇的芬芳，泪落两行，伤掩盖或遗忘，阴谋和真相，谁来担当？剑缠绕在心上，но я сам все видел. Он бы не ушел, если бы ему не помогли. Хорошо. Тогда ответь мне. Кто из наших учеников отважился помочь небытию? Ювэй. Инцюй Вэньцзянь, ты никогда не ладил с Ювэй. Твое слово против ее, боюсь. Наставник, я тоже это видел. Вранье, это беспочвенные обвинения. Ты... Наставник Чан Цин, вы сами сказали, что Инцюй недолюбливает Ювэй. Можно ли ему верить? Еще я знаю, что Хан Чэнь тоже не жалует Ювэй, зато дружен с Инцюэ Вэньцзянем. Ему я бы тоже не стал верить. Врем мы или нет, почему бы не спросить у нее? Ювэй! Ничего не хочешь нам сказать? Мне нечего ответить. Сестра Ювэй. Не может быть, верно? Скажи правду. Я ошиблась. И прошу о наказании. Сестра Ювэй, Ювэй, не делай глупостей. Не верю, что ты могла пойти на такое. Хорошо. Раз ты созналась, я задам тебе вопрос. Дун Ци возглавляет учение небытия. Он похитил нашу святыню. Как ты могла нарушить приказ и дать ему уйти? Наставник, я была неосторожна. Значит ли это, что она давно помогала Дун Ци?
Иначе как ему удалось проникнуть в наше владение? Получается, шпионом в наших стенах была она? Хватит! Наставник. Ювей выросла в этой школе. Это место — ее дом. Она не может быть шпионом. Наставник, я и правда не шпионка. Тогда почему отпустила Дунцы? Разве вы не понимаете, что Дунцы что-то сделал с ней? Она была бессильна. Она бы не позволила ему уйти. Ты должен знать, что все очень серьезно. Ювей, так и было? Да. Я могу это подтвердить. Искали предателя, а он у нас под носом. Наставник Дяньцай был бы очень разочарован. Ты... А я давно подозревала, что между Ювей и Дунцы что-то есть. Поверить не могу, что она предала Хэйбэй ради небытия. Закрой рот, Ювей не предательница. Ювей, почему ты молчишь? Чувствуешь свою вину за содеянное? Наставник. Ювей потеряла семью. Наставник Дяньцай стал для нее отцом. Хэйбай — ее дом. Если среди нас есть предатель, то это точно не Ювей. Пустые слова. Это не означает, что она не шпионка. Именно. Дзюэ. Кто дал тебе право сыпать обвинениями без доказательств? Дунцы сбежал. Вот твое доказательство. Это только твои фантазии. Но она же сама во всем созналась. Это вы вынудили ее сказать такое? Это все ложь. Замолчите все. Ювей, скажи что-нибудь. Наставник. Я правда совершила ошибку. Прошу вас наказать меня. Но я никого не предавала. Я не шпионка. Хорошо. Раз ты признаешь, что отпустила Дунцы, значит, Инсюэ говорил правду. Ученики, отвезти Ювей в комнату для наказаний и всыпать 300 палок. Наставник! Наставник, одумайтесь! 300 — это слишком много! Наставник, даже если она выживет, останется калекой. Ювей ничем не заслужила такой жестокости, верно? Ювей нарушила приказ и подвергла всех опасности. Она предала нас. 300 палок — это еще слишком мягко. Выдержит ли она порку? Или нет? Это... ее личные трудности. Наставник, я не предавала школу ради небытия. Я невиновна, наставник. Наставник, обвинения в предательстве не обоснованы. Я думал, в Хэйбай ценят справедливость. Если чьей-то лжи достаточно, чтобы наказать Ювей, значит, это не так. Наставник Чанцин, это очень серьезное обвинение. Прошу вас все проверить. Возможно, Ювей стала всего лишь жертвой злых языков. Хватит об этом. Она даже не может оправдать себя. Ученики, увести ее. Ювей. Дзинин, что ты вытворяешь?
Наставник. Наставник. В тот день вы втроем объединили усилия, но не одолели дунцы. Мы же всего лишь ученики. Нам далеко до вашего уровня. Конечно, плохо, что ему удалось уйти. Но наставник как-то очень торопится наказать Ювэй. Неужели так вы хотите оправдаться за собственную бесполезность? Наглец! Как ты смеешь унижать меня? Это не входило в мои планы. Но я требую справедливости. Ювэй невиновна. Ей нечего сказать. Она и так чувствует себя виноватой. Но Ювэй никогда не предаст Хайбай. К тому же, она ученица наставника Дяньцая. Хотите ее наказать? Спросите у него дозволения. Я желаю сам поговорить с наставником Дяньцаем. Он прав. Без наставника Дяньцая нельзя принять такое решение. Дунцы украл нашу реликвию. Он сломал печать и подверг нашей жизни опасности. Теперь братья Дяньцай и Уфэн должны все восстановить. Они оставили меня за старшего. Дзянин, ты правда считаешь, что я задался целью навредить Ювэй? Я этого не говорил. Но это серьезный вопрос. Будет лучше, если наставник Дяньцай все узнает. Дзянин, ты так яростно защищаешь Ювэй. Полагаю, ты тоже виновен. Ученики, уведите их обоих и накажите. Наставник. Наставник, это я виновата. Не трогайте Дзянина. Хотите справедливости? Накажите меня и не вмешивайте остальных. Ювэй. Ювэй, твои отношения с Дзянином ни для кого не секрет. Он всегда защищает тебя. А значит, вы сообщники. Запереть обоих до вынесения решения. Наставник, вы двое хотите к ним присоединиться? Не волнуйтесь за нас. Мы ни в чем не виноваты. Наставник проведет расследование и все поймет. Нас с Ювэй оправдают. Если кто-нибудь скажет хоть слово, его тоже накажут. Ученики, уведите их. Скажи, ты знал, что Дунцы хочет ограбить Хайбай? Не знал. Нет, ты знал это. Почему ничего не сказал? Дзюлянь, я же изучение небытия. Даже если бы я знал о планах Повелителя, с чего мне было тебе о них говорить? А ты знал, что из-за случившегося наказали Ювэй и Дзянина? Зачем вам три высочайших? Что вы будете с ними делать? Это была затея Повелителя. А что он будет с ними делать, я понятия не имею, понимаешь? Похоже, ты не поможешь мне вернуть реликвии, не так ли? А чего ты ждала? Я этого так не оставлю. Хорошо. Дзюлянь. Дзюлянь. Старший соученик, как же нам их спасти? А что, брат Му? Он пошел
в каменный лес за доказательствами невиновности Ювэя и Цзинина. Но он ничего не найдет. Ювэй сама признала, что отпустила Дун Цэ. Я бы на твоем месте не была бы так уверена. Ювэй всегда была осторожной, не пошла бы на такую глупость. Разве что... случилось что-то, о чем мы не знали. Не знали? Наставница Цинхуа, я по важному делу. Я знаю, чего ты хочешь. Это должно помочь Ювэй. Иди к ней и отдай ей это. Спасибо, наставница. Почему старший соученик Лота ведет себя так загадочно? Наставница, а что вы ему дали? Забудь об этом. Лучше подумай, как помочь Ювэй и Цзинину. Боюсь, им придется нелегко. Наставница, но что мы можем для них сделать? Боюсь, что больше ничем не могу помочь им обоим. Если вмешаюсь, они пострадают еще сильнее. Наставница, и что же нам теперь делать? Повелитель, вы вернулись. Неужели вы и правда добыли три? Повелитель, вы ранены? Я в порядке. В этот раз мне пришлось все сделать самому. Поздравляю повелителя с успехом. Ладно, мне нужно отдохнуть. Пусть меня не беспокоит. Да. Слышал, Дун Ци проник в Хэйбай и похитил три высочайших. Это правда? Да, дедушка. Полагаю, Дун Ци уже передал их владыке. Даже наставники Хэйбая с ним не справились. Этот Дун Ци не так-то прост. Нунер, Дун Ци крайне недоверчив. Тебе следует быть осторожнее. Дедушка, не волнуйся, я это понимаю. Дун Ци ничего мне не сказал. Но я же не слепой. Хотя наставникам Хэйбая не удалось его убить, он все же ранен. Сейчас он слаб. Это правда? Было бы обидно упустить такой шанс и не воспользоваться его слабостью, чтобы захватить учение. Дедушка, Дун Ци был добр ко мне. Разве мы должны так с ним поступать? Твоя нерешительность не приведет к успеху. Чтобы возродить Шаоянь, научись быть жестоким. Я посвятил этому всю жизнь. Ты обязан прикончить Дун Ци. Дедушка, неужели нет иного пути? Другого шанса может уже не быть. Thank you.
метка Шаоянь? Повелитель, вы в порядке? Зачем пришел? Я услышал шум и бросился сюда. Неужели? Я не защитил вас. Накажите меня. Увидев метку Шаоянь, я сильно удивился, как последователи Шаоянь оказались во владениях небытия. Я это выясню. Похоже, в учении небытия пора навести порядок. Можешь идти. Да, повелитель. Он пришел именно тогда, когда на меня напали. Может ли быть так, что это лишь совпадение? Наш план провалился. Дун Ци ранен, но все же еще силен. Мы его недооценивали. Повелитель, вы в порядке? В порядке. Я не справилась со своими обязанностями. В этом нет твоей вины. Но как наши стражи могли пропустить убийц? Повелитель, вы знаете ответ. Я пока не уверен наверняка, но подозрение есть. Шуи, я хочу знать, как именно ты и Тун-И попали в Хэйбай? Мы с Тун-И прятались в тайном убежище, но затем получили ваш указ вернуться. Мой указ? Да. На месте встречи нас уже поджидал Цзинин. Меня ударили, что было дальше, не помню. Тун-И сказал, что это Цзинун подделал указ. Цзинун? Честно говоря, не ожидал от него такого. С первого взгляда я понял, что он амбициозен, но мне и в голову не приходило, что он настолько нетерпелив. Повелитель, от него нужно избавиться. Не спеши. Пока я здесь, он ничего не предпримет. Но я сделаю так, что он навсегда запомнит, кому принадлежит учение небытия. Ты не обязан страдать из-за моей ошибки. Когда я только прибыл в Хэйбай, ты поступала так же. Страдала ради меня, но ты не жаловалась. Теперь ты оказалась в беде. Я не мог промолчать. Но я до сих пор не могу кое-что понять. Что? Почему ты защищаешь Дун Ци? У меня есть причины. Какие? Ты до сих пор не хочешь сказать мне правду? Ты так пострадал из-за меня. Правда не принесет тебе облегчения, только добавит проблем. Твои проблемы, мои проблемы. Я просто очень переживаю за тебя. Цзинин, наступит день, когда весь мир отвернется от меня. Мне нужна только ты. Если однажды
вся школа отвернется от тебя. Если мир не сможет тебя принять, я сам откажусь от этого мира. Чтобы всегда быть с тобой. Ювэй, что с тобой? Ювэй! Открыть двери. Да. Ювэй! Дзинин. Что с ней? Я не знаю. Только что. Все было в порядке. Вот как? Наставница передала для нее лекарство. Нужно немедленно дать его Ювэй. Вдруг ей станет лучше. Давай. Ювэй. Так наставница знала, что с Ювэй что-то случится? Старший соученик. Неужели тебе что-то известно? Если это так, скажи мне. Старший соученик. Дзинин. Пришло время тебе рассказать. Ювэй стала такой, потому что изучала искусство Тайшан. Искусство Тайшан? Человек лишается эмоций. Тот, кто изучает его с детства, не может полюбить. Но она полюбила тебя. Из-за этого Тайшан стала ее проклятием, день за днем лишая его жизненной силы. Она может умереть. Старший наставник и я пытались образумить ее, но все было тщетно. Все, что происходит с ней, это влияние Тайшан. Дзинин, я понимаю, что это очень трудно принять. Я желаю счастья вам обоим. Но не хочу видеть, как она страдает. Подумай над этим. Я что-нибудь придумаю, когда вы выйдете отсюда. Ювэй. Как ты могла скрыть от меня такое? Все это время ты так страдала. Повелитель, здесь хранитель сокровенного знания. Хранитель, вы же из племени Шаоянь. Повелитель прав.
Знаете, почему я вас пригласил? Откуда же мне знать? Полагаю, вы не в курсе, что недавно в наше владение проникли люди Шаоянь с целью убить меня. Я не знал об этом. Повелитель, пощадите его. Повелитель, здесь явно какая-то ошибка. Шаоянь примкнула к учению небытия. Очевидно, противники этого союза хотели рассорить вас этим покушением. В племени Шаоянь уважают хранителя. Если обвините его и причините ему вред, люди Шаоянь могут восстать. Думаешь, я боюсь такого крошечного племени? Повелитель, к чему нам конфликты? Мы могли бы решить все мирным путем. Кстати, я поручил тебе выяснить, кто стоял за нападением. Ты что-то узнал? Я не справился. Простите меня. Хранитель, слушайте внимательно. Присматривайте за своими людьми, иначе Шаоянь сгинет навсегда. Разумеется. Брат Му, неужели Гунцин взяла и пропала? Скорее бы она нашлась. Иначе кто спасет Ювэй и Цзинина? Помогать я вам не буду. Не представляешь, как ты вовремя. Он повсюду тебя искал. Я знаю, чего вы хотите. Но я уже все сказала. Помощи не ждите. Проблемы Хайбая меня никак не касаются. Не тратьте время зря. Гунцин, ты бы не говорила так, узнав, что случилось с Ювэй и Цзинином. Я слышала, сестра Ювэй в тяжелом состоянии. Ей очень больно. Гунцин, неужели ты правда не поможешь? Нет, нет, наставник говорит. Даже у вора должны быть принципы. Поэтому, если Ювэй что-то натворила, она заслужила наказание. Если я вмешаюсь, как бы не стало только хуже. Не пойдет. Подумай еще. Не буду, не буду. Похоже, придется искать выход самим. Выход. Выход. Ты что-то придумала? Напасть на темницу. Напасть на темницу? Тише ты! Чего ты так кричишь-то? Это твой план? О чем говорите? Хотите напасть на темницу? Что? Напасть на темницу? И как вы это сделаете? Но старший соученик, нужно же что-то делать. Зная вас, могу с уверенностью сказать, что Чан Цин арестует еще парочку учеников. Тоже хотите оказаться под замком? К тому же, если поможете Цзинину и Ювэй сбежать, это докажет их вину. Но что нам делать? Темница хорошо охраняется. Без хорошего плана не обойтись. Если будете действовать поспешно, пострадаете сами. Верно. Цзюлянь, их публично осудили. Если освободим их, все решат, что они виновны. Как же получается, если их осудили?
То и шансов им помочь совсем нет. Что же делать? Слышал, сегодня вечером Чан Цин будет принимать решение касательно Цзинина и Ювэй. Я должен все выяснить. Тогда будем думать. Хорошо. Ладно, ладно. Никто не сможет нас увидеть. Укрой нас, тень. А? Где твоя тень? А твоя где? Что это за техника? Это особая маскировочная техника. Эффект продлится полчаса. Если ничего не выясним, уходить нужно быстро, ясно? Я поняла. Я тоже. Научишь меня? Никого. Может, поищем в другом месте? Нет, нужно подождать. Может, осмотримся пока? Да. Идем. Идем. Скорее туда. Болван, слезай. Я наставник Уфэн. Муцесо, ты мастерски управляешь марионетками. Я решил, что возьму тебя в ученики. Дзюлянь. Наставник здесь. Прятаться не нужно. Наставник, что будет с Дзинином и Ювэй? Хайбай не потерпит в своих стенах предателей, но невиновных наказывать нельзя. Наставник, среди наш шпион, лучше убить невинного, чем упустить злодея. Наставник, Хайбай всегда считался оплотом справедливости. Если вынесем приговор, не разобравшись, весь мир будет смеяться над нами. Может, они и не предатели, но они спорят с наставником и нарушают правила. Уже этого достаточно, чтобы исключить Дзинина из Хайбая. А Ювэй поддерживает его. Она тоже должна быть наказана. Так и хотят. Обвинить в шпионаже или в мелких нарушениях. К чему ты это говоришь? Решение за наставником. Эти двое ученики наставника Дянь Цая. Только он может решать вопрос об их исключении. Я могу только наказать их. Наставник не прав. Наставника Дянь Цая нет. Школой управляете вы. И решение принимать вам. Хан Чэнь сказал мне, что вы затеяли это лишь бы вышвырнуть Дзинина. Пока он здесь, в школе не будет порядка. Сделайте это ради Хайбая. Уверен, наставник Дянь Цай поймет. А если они не виноваты? В таком случае примем их обратно. Что же, мне нужно время, чтобы все обдумать. Наставник, на раздумье нет времени. Наставник Дянь Цай и так все время их прощал. Они привыкли, что все сходит им с рук. А что они натворят в другой раз? Я прошу наставника исключить их ради блага школы. Исключите их! Нет. Все вы не ладите с Дзинином и Ювэй, а теперь просто решили отыграться на них. Наставник, я прошу вас не полагаться на личные суждения учеников. Вопрос серьезный. Закрыть на это глаза я не могу. Поэтому будет лучше, если я исключу Дзинина и Ювэй. Наставник мудр.
Наставник, когда мы избавимся от этих двоих, в Хэйбае наступит порядок, и нас будет уважать весь мир. Ты прав. Но здесь они получили определенные знания. А вдруг они захотят отомстить нам и что-нибудь сделают? Тогда репутация Хэйбая будет запятнана. Ханчэнь, я даже не задумывался об этом. Ты прав. Они учились здесь. И знают слишком много. Поэтому нужно лишить их знаний. А затем изгнать. Тогда они не доставят нам проблем. Прекрасно. Наставник, так нельзя. Этот процесс необратим. Они станут обычными людьми. Или еще хуже чего, они могут погибнуть. Но они владеют знаниями Хэйбэя. Это недопустимо. Почему ты так жесток? Не будем забывать об их статусе. Дзянин был приглашен сюда. Вероятно, он очень талантлив. А Ювэй училась у Дяньцая с малых лет. Кто знает, чему он научил этих двоих. Не переживай за них. Да как вы можете быть такими? Тише, тише. Я принял решение, как поступить. Завтра я объявлю свое решение по делу Дзянина и Ювэй перед всеми учениками. Что это было? Как будто кто-то прошел. Все могут идти. Да. Да. Дедушка, это я виноват. Из-за меня Дунцы обвинил тебя. Дунцы и так не доверял мне. Ты заступился за меня. Теперь ты тоже под подозрением. Скоро он попытается избавиться от меня. Это вопрос времени. И что дальше? Покушение на него провалилось. Не нужно зацикливаться на неудачах. Мы что-нибудь придумаем. Значит, у тебя есть запасной план? Учение небытия. Лучше оставить в покое. Владыка ждет доказательств твоей преданности. С этого и начнем. Мо Чэнь, ты должна выяснить, что происходит в Хэйбае. И поспеши. Да, повелитель. Нунэр, ты решил проблему Цзюлянь? Мы не виделись с тех пор, как Дунцы обокрал Хэйбай. Я прошу тебя не искать встречи с ней. Дедушка, неужели нельзя? Слушайся меня. Не разочаруй меня. Иначе... Ты молодой вождь племени Шаоянь, но... Твое сердце не принадлежит Шаоянь. Не вынуждай меня принимать меры.我们牵着脚注定的手，穿过一眼又一瞬红尘，手上握着万千山河，也不及你一抹红唇。你的笑让星辰都触动，你锁眉把大地都惊动。 我不想做什么英雄。
是愿为你，是愿为你，在来过。我们总在为了承诺一再被命运糊弄，明示挂在天上的彩虹，抓不住却瞬间溜走，是愿为你，是愿为你。